Акт примирения таинственен сугубо, когда две личности крадутся к забытью. Вражда испепеляла и надували губы, шипели: «Отомщу, припомню и убью». Но вот активным распрям высветлен финал. Молитва чья-то к Богу достучалась. И в ноги валятся, кто искренне пинал. Забыть все то, давились чем вначале. Бог и Иегова совесть пробудил. Колокола тревоги рьяно зазвонили. Врага кретина возлюбил дебил. Глотки из кислорода увязшим вовсе или. Вину приходится кому-то осознать. Второй по ветру распускает парус. На ворованности перевод казна, а он столь претерпел в бессилии парясь. Святая Библия трубит и бьет тревогу, что ныне день спасения роковой. Где раны, все гноится, там пока не трогать. Прощение просить на финишной прямой. В великой ярости на землю пал дракон, он, бывший херувимом, клеветал бесчетно. Услух его укоры под рукой, он метит точно в сердце, глаз его наметан. Начать с себя в запутанных узлах не разобраться, с давностью смешалось. Мы выше на этаж взойдем, избегнем зла, к самим себе появится вдруг жалость. Зачем выискивать, чужом припоминать, слова обидные, подтексты без причины? А было же, с недобрым смыслом мать. Кляли в сердцах, все выглядело чинно. Но час настал для благопримирения, но день пробил в стене злословие брешь. Двум сторонам Иисус дарует зрение. Не бойся отравителя, с врагом целуйся, ешь. 18 августа 2010 года.